Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на нашем обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей и статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наш основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие открытые позиции по инструментам. Так, ну что, вижу, народ у нас постепенно подключается. Комментарии, возражений нет, да? Ну, давайте тогда начнем, если все в порядке. Начнем с того, что рассмотрим, опять же, евро-доллар, да, что у нас было интересного, да, за вчерашний день. Американская сессия, естественно, нас больше интересует, так как она является самой динамичной. Значит, в общем целом у нас вчера евро, мы видим, да, укрепился против американского доллара, прежде всего связанное как раз таки с ослаблением курса американца на фоне разочаровавшихся, скажем так, данных по индексу цен производителей. Была статистика уже, собственно, американскую сессию. Ну и если говорить уже о цифрах, то есть Министерство труда сообщило, что цены производителей в июле месяце упали, зафиксировал самый большой спад почти за год, что как раз таки было вызвано снижением расходов на услуги и энергоносители. Вот. Индекс цен производителей уже для конечного спроса снизился на минус 0,1%, а в прошлом месяце уже сменив прирост на 0,1% в июне месяце. Июльский спад был самым большим с августа 2016 года как раз таки. За 12 месяцев до июля индекс цен производителей увеличился на 1,9% после роста на 2% годовых в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0,1% относительно июня ежемесячно и поднимется на 2,2% годовых соответственно. То есть по факту цифры у нас вышли хуже ожиданий, да, ну и соответственно хуже прошлого периода цифр за июнь. В прошлом месяце цены на услуги упали на 0,2%, то есть это первое снижение с февраля месяца. На это уже приходилось более 80% снижения самого индекса цен производителей. Ну и, собственно, услуги были как раз-таки отягощены снижением на 0,5% индекс конечного спроса на услуги торговли. Ну и стоимость уже медицинских услуг также выросла на 0,3% после того, как в июне было неизменной. Цены на энергоносители упали на 0,3%, уже снизившись третий месяц уже подряд. Вот, то есть, ну, целый квартал, можно сказать, снижение. Цены на продовольствие не изменились в июле после значения 0,6%. То есть, и, соответственно, в июне также значение было 0,6%. В прошлом месяце ключевой показатель цен производителей, который как раз-таки исключает услуги в области питания, энергии и торговли, не изменился. То есть базовый индекс, так называемый, цен производителей, он упал на 0,1% после увеличения в течение 8 месяцев подряд. В годовом выражении базовый индекс цен производителей увеличился на 1,9% после роста на 2% в июне месяце. Вот такие вот у нас были данные статистика за вчерашний день, то есть что позволило укрепить, опять же, внутри дня, да, краткосрочно валюту евро и, в общем целом, национальной валюты, да, в уже американскую сессию. Мы здесь увидели, опять же, вчера пробитие зоны внутри дня 17.50, да, то есть сейчас мы формируем, и сегодня, да, мы формируем
внутридневной максимум. Сегодня выйдут еще более важные данные статистика, все-таки, которая ожидается больше рынком, участниками. Это индекс потребительских цен, да, то есть индекс инфляции, более важно. Ну и посмотрим уже в конце с вами обзора, какие цифры ожидаются, да, в принципе. И, ну, сделаем уже определенные выводы. Но в любом случае, если говорить уже об ожиданиях, собственно, участников рынка, да, то, собственно, участники рынка, многие крупнейшие банки, да, все-таки ожидают роста в третьем и четвертом квартале, да, то есть роста индекса потребительских цен. Посмотрим, как это будет, то есть совпадут ли ожидания, да, скажем так, с реальностью, с фактами. Вот это мы уже узнаем сегодня на американской сессии. Вот. Но пока у нас евро на текущий момент, да, то есть формирует очередной максимум. При этом мы видим, что есть ослабление, да, такое восходящего, скажем так, восходящего среднесрочного тренда, перспектив, краткосрочный нисходящий тренд у нас при этом формируется, сформировали ранее минимум, да, то есть на текущий момент вот смотрим. Главным образом, конечно же, по продолжению того же микротренда, который у нас формируется, да, то есть на ближайшее время, сегодня мы сформируем очередной максимум, который будет, естественно, ниже, чем предыдущие, да, то есть 18 ровно, то в этом случае, то есть сегодня уже по факту выхода событий новостей, то есть и пробитие зоны 17.50, то есть мы уже будем рассматривать, во-первых, обновление предыдущего минимума, ну и цель, собственно, 16.23, то есть продажи также актуальны будут. Вот. Но тут в любом случае, что касаемо евро, доллара, да, то есть уже ждем сегодняшних важных данных статистики. Далее, что касаемо британской валюты, британский фунт у нас вчера двигался абсолютно разнонаправленно. Но опять же, что можно сказать? Да? Во-первых, у нас вчера была статистика. Статистика по промпроизводству, да, то есть и уже как раз таки отчет, который был представлен Управлением национальной статистики, то есть сообщил, что в июне уже месяце, да, то есть промышленное производство в Великобритании выросло больше, чем ожидалось. То есть в основном из-за увеличения добычи нефти и газа. То есть промышленное производство выросло, в общем, на 0,5% ежемесячно после неизменного уровня в мае месяце. То есть, ну и ожидалось, что объем промпроизводства вырастет на 0,1%. То есть ежемесячный такой рост в основном был обусловлен как раз вот ростом добычи полезных ископаемых, то есть на 4,1% в результате увеличения добычи нефти и газа. В июне производство уже в обрабатывающей промышленности не изменилось, что уже соответствовало ожиданиям и уже последовало за падением на 0,1% в мае месяце. На ежегодной основе промпроизводство выросло на 0,3%, уже сменив падение на 0,2% в мае месяце. В то же время рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 0,6% со значением 0,3%. Также, собственно, отдельный отчет от того же управления, да, национальной статистики, показал, что дефицит торгового баланса Великобритании в июне вырос до значения 4,56 миллиарда фунтов, что, собственно, позволило как раз-таки позитив, да, небольшой позитив от промпроизводства, да, сразу же, ну, превратить, да, в негатив, да, по отношению к британской валюте, британский фунт, то есть, ну, и вот этот весь рост, он сразу же был практически отыгран участниками, краткосрочный рост. Значит, цифра, да, общая, то есть рост дефицита, да, то есть негативная ситуация для нацвалюты 4,56 миллиарда фунтов. И эта цифра была пересмотрена со значения 2,52 миллиарда фунтов в мае месяце. То есть первоначально сообщалось о
3,7 миллиарда фунтов. То есть это самый большой общеторговый дефицит сентября прошлого года. И согласно отчету, уже импорт вырос на 3,3% до общего значения 53,95 миллиарда фунтов в июне месяце. А экспорт, в свою очередь, сократился на 0,7% до общего значения 49,39 миллиарда фунтов. Во втором квартале в целом торговый дефицит составил 8,94 миллиарда фунтов стерлингов и увеличился на 0,11 миллиарда фунтов стерлингов за квартал и на 1,1 миллиард фунтов стерлингов уже за год, соответственно. Вот такая у нас была смешанная статистика, да, по двум отчетам. По факту мы вчера увидели, да, разноправленную абсолютно динамику движения, ничего нового. При этом были попытки у нас, попытки пробития зоны 29.83, фиксации, да, ниже данной границы. Вот, пока тестируем эту зону, в узком диапазоне находимся. Ну и сегодня, ну, сдвиги уже у нас будут, да, в сторону, опять же, продолжения снижения тренда. У меня позиция открыта по фунту как раз таки со вчерашнего дня, да, второй половине открыта. Ну и цели здесь у нас с вами, то есть после пробития 91.2983, извините, и собственно после пробития данной зоны закрепления ниже границы, то есть мы рассматриваем цель 1.2907. Это первоначальная зона достижения. Ну и далее 1.2856. Здесь как раз таки расположен мой take profit по позиции, да, открытой силовой позиции. Далее, сегодня, конечно же, большое влияние окажет как раз таки американская сессия, да, с важной статистикой. Европа у нас особо сегодня ничего интересного не ожидается, в общем целом, да, поэтому при положительной статистике выхода, да, индекса инфляции, ну, продолжится у нас эффект, да, дальнейшего снижения и главным образом, конечно же, ожидаем обновления прошлого внутреннего минимума и пробития все-таки, да, то есть фиксация уже ниже границы 29.83. Значит, и при этом, конечно, продажи наши, да, то есть продажи наши начались вообще после того, как у нас была пробита граница 30.20. Так, сейчас, секундочку, у меня тут мышка отказала, не хочет работать. Сейчас, секундочку. Попробуем восстановить, реанимировать мышку. Что-то не вовремя. Поменяем сейчас батарейку. Извиняюсь, конечно, за задержку, но так вот получилось, ничего не поделаешь. Такая вот бывает непредвиденная ситуация. Так, сейчас мы быстро поменяем. И должно быть, в принципе, все в порядке у нас с вами. Интересно. Так, значит, секундочку. Есть контакт, отлично, отлично, все. Ситуацию мы с вами быстро поправили. Продолжим. Продолжим, небольшая пауза у нас с вами возникла. Значит, по поводу фунта, да, на сегодня. Более, скажем так, очевидное развитие событий, да, на сегодняшний день, это, ну, соответственно, продолжение все-таки снижающего эффекта для британской валюты, ну и с учетом, опять же, сегодняшних событий,
да, то, что может повлиять на формирование уже дальнейшего минимума. Ну и мы пока с вами рассматриваем, то есть у нас идет сейчас ситуация, да, видим, формируется очередной среднесрочный минимум. И важный, конечно, момент для нас, мы об этом говорили с вами ранее, и сегодня продолжаем об этом говорить, да, то есть и напоминаю для всех, значит, у нас есть сформированный среднесрочный минимум, который у нас сформировался ниже зоны 29.83, да, и как раз если у нас сегодня будет фактическое пробитие, да, то есть и цена сможет зафиксироваться ниже зоны, то есть в этом случае мы уже будем ожидать обновления среднесрочного прошлого минимума, да, и плюс с достижением зоны 29.07 мы уже по факту будем говорить о ослаблении, да, то есть среднесрочных перспектив для роста британской валюты. То есть в этом случае, конечно, ну, возможно, что-то и поменяется у нас. Ну а поменяться у нас может только тогда, когда мы увидим следующий максимум на среднесроке. Да, то есть в этом случае мы уже будем утверждать о возможной смене перспектив. Все-таки ну, влияние, конечно же, происходит главным образом, да, вот на такое вот снижение очень сильное, которое было ранее. Неделями ранее, да, повлиял прежде всего Центральный банк своими комментариями очень сильно, да, и, соответственно, Brexit, который периодически нам говорит о том, что ну, неизвестно, что будет в среднесрочной перспективе, да, то есть это заставляет все-таки задуматься всех, прежде всего, крупные участники рынка, да, то есть компании, крупные экспортеры Британии, которые проявляют сейчас осторожность. Вот. И в связи с этим уже по некоторым макроэкономическим индикаторам есть замедление. Вот, замедление, это, конечно же, влияет на экономическое развитие, на темпы экономики, да, снижающие темпы. Вот. В этом случае как раз-таки среднесрочные перспективы, да, которые сейчас больше рассматриваются не в пользу британской валюты. Ну, это вот пока, да, то, что ситуация сложилась на текущий момент, да, в связи со сложностью, опять же, в переговорах между Британией и ЕС, да, то есть ждем второго этапа, который у нас будет в конце текущего месяца, августа, там, 20-х числах неделя будет выделена. Ну и если, собственно, второй этап также ничего не даст, никаких согласований, да, если ничему не придут, это, конечно же, будет еще большим давлением, еще большим опасением для участников рынка. Поэтому посмотрим все-таки, что далее, пока на текущий момент у нас, да, краткосрочная перспектива для британского фунта в сторону снижения, да, идет снижающий эффект. Вот. Ну и внешние факторы, да, которые периодически тоже влияют, все-таки именно негативно влияют, то есть оказывает давление. Ну, главный, конечно, фактор — это американский доллар, который периодически показывает укрепление, да, на фоне выхода позитивных данных по важным макроэкономическим индикаторам. Да. Первый — это, конечно же, вот у нас первая пятница Non-Farm, да, который вышел достаточно позитивный. Вот, то, что тоже позволило все-таки достаточно тоже уверенно снизиться британскому фунту. Ну и если сегодня также по важному макроэкономическому индикатору у нас выйдет позитивные данные, то и, в принципе, похожие движения, что были у нас в пятницу, да, то есть мы можем увидеть сегодня, ну и плюс достижение зоны 1.29, если в нашем случае произойдет. Посмотрим, но пока, то есть у нас, конечно же, приоритет по продажам именно идет, что касаемо фунта, то есть, ну и условия обозначены, цели есть, ждем. Что касаемо франка швейцарского, франк у нас продолжает расти, укрепляться, франк у нас является валютой убежища, собственно, на этой неделе у нас, да, очень хорошо укрепляются валюты и активы убежища. Укрепляется на фоне того, что сейчас происходит геополитическая напряженность. Продолжает, да, то есть там словесная перепалка уже между, в общем-то, Кореей Северной, да, то есть Америкой, выступление Трампа, да, который периодически угрожает нападением на Северную Корею, да,
что, собственно, Корея, естественно, тоже в долгу не остается, да, тоже отвечает. Вот. Но пока понятно, что до дела не доходит, но в любом случае, конечно же, это очень серьезное опасение вызывает у рынка, у крупных участников, и в свою очередь есть неопределенность, паника, да, и в этом случае, конечно же, всегда пользуются и будут пользоваться спросом как раз-таки валюты и активы, убежища, которые позволяют как раз-таки вот на это время обезопасить свои активы. То есть, поэтому пока будет вот эта вот напряженность, да, ну, я думаю, что она пока будет продолжаться. В общем, сейчас должно, ну, в общем-то, вообще сама по себе ситуация, да, я думаю, что со временем все-таки все равно урегулирует определенный вопрос, да, сейчас уже вмешивается ООН, да, для того, чтобы вот как раз этот конфликт немножечко стих, да, и все-таки навести немного, да, порядок на там, вообще порядок в мире, да, и на определенных там рынках. Поэтому ситуация-то всегда, то, что возникает, вся эта геополитическая напряженность всегда негативна. Негативна для вообще самого фона, да, и, конечно, негативна для определенных там, валют, национальных валют. Единственный позитив, да, то, что позволяет укрепить как раз-таки валюту убежище. Поэтому мы видим, что техническая картина у нас сейчас идет полностью, да, перестройка, скажем так, да, вот этого фона нашего. То есть мы видим, что вчера у нас произошел разворот от границы 90, 96-59. То есть мы видим, что был ложный выход. Да, то есть пробитие у нас не произошло для того, чтобы мы с вами его присутствовали в покупках. То есть условия по покупкам не выполнены. Более того, то есть мы уже на протяжении вчерашнего всего дня мы опустились дальше, опустились ниже. И сейчас мы более того обновляем предыдущий минимум, говоря о том, что сейчас пока намерение, да, крупных участников в пользу швейцарской валюты у нас находится. Сегодня единственное, да, что мы можем, ну, скажем так, предположить о том, что у нас сейчас формируется очередной минимум. И сегодня, да, мы можем увидеть возврат там, к границе 96-59. С учетом того, что сейчас рынок позитивно настроен в преддверии важных данных, позитивно. И поэтому мы видим вот такое вот движение, да, то есть, ну и, конечно же, не характерно абсолютно, с учетом того, что мы недавно с вами увидели. А недавно мы увидели, что, во-первых, было замедление среднесрочных перспектив, ну, продолжается у нас очень хорошее такое снижение, и, ну, с учетом, понятно, роста франка швейцарского, а плюс формируется у нас единственный момент, да, то, что нам все-таки дает дальнейшая уверенность и мысли, что мы продолжим общий рост, да, то есть доллар-франка, это то, что у нас на текущий момент формируется среднесрочный минимум границы. Формируем и далее уже на полноценном формировании, понятно, что на этой неделе уже последний день остался, да, то есть мы не сможем об этом говорить, утверждать. Но следующая неделя, с учетом того, что если мы сможем на следующей неделе зафиксироваться выше зоны 96-59, вот здесь мы уже будем говорить о полноценном формировании среднесрочных границ. И покупки, конечно, будут актуальны. Мы сразу же будем говорить о том, что, во-первых, будет обновление предыдущего максимума, и цель у нас 98-13 на следующей неделе, да, при условии формирование, да, будет достигнуто. Вот. Ну и плюс, помимо этого, мы уже будем говорить о том, что если у нас будет обновление вот этого текущего максимума, мы будем говорить уже о смене, полной смене перспектив среднесрочных, да, и смене настроения. Вот такой момент. Поэтому сейчас, конечно, мы видим, что такой вот эффект, да, за счет геополитической напряженности создан и рост швейцарца происходит. Вот. Но мы ждем, у нас в любом случае условия есть, ждем
пробитие зоны 96.59, что касаемо технической картины, закрепление выше данной границы. Цели у нас здесь первоначально это 0.97, далее 97.20 будет и зона 97.63, где был сформирован у нас предыдущий максимум среднесрочный. Будем ждать ситуации. Что касаемо японской иены, ну, здесь все печально на самом деле, потому что, ну, для меня, по крайней мере, иена продолжает у нас расти, иена тоже, соответственно, является валютой убежища, тоже, естественно, реагируют крупные участники покупки активной японской валюты на фоне той же геополитической напряженности между двумя странами. И более того, вчера мы пробили важную границу 109.64, дошли до еще одной границы, тоже важной, 109.09. Ну и сегодня, то есть мы видим, идет разворот, да, то есть сейчас постепенно уже переключаются все-таки крупные участники, инвесторы переключаются на сегодняшнюю важную статистику данные, да, что позволит, в общем-то, маленько откорректироваться паре доллар-иена, да, то есть создать очередную границу среднесрочную, ну и, конечно же, дальше, собственно, ну тут у нас, если мы посмотрим дневной таймфрейм, то есть мы уже сравнялись с предыдущим среднесрочным минимумом, да, то есть картина мы видим, да, было ослабление, соответственно, новый рост, да, который у нас ожидается, да, среднесрочной перспективы, ну, он сможет продолжиться в том случае, когда вот утихнет, да, это все. Ну и главным образом сегодня, если у нас выйдут хорошие данные по индексу инфляции, да, то есть это может как раз-таки, во-первых, увеличить вероятность повышения ставки, да, то есть дальнейших перспектив роста инфляции, да, давления, и поспособствует как раз-таки развороту полноценному среднесрочному формированию минимума, который мы так ждем, я прежде всего жду, поэтому внимательно отслеживаем, вот пока ждем. Главным образом, на этой неделе мы уже также можем утверждать, что нет у нас формирования среднесрочного минимума, то есть все в процессе, да, то есть цена у нас идет дальше вниз, при этом ждем, да, возможно, как раз граница уже очередная, да, важная зона 109.09 будет вот этим самым минимумом, да, то есть и преградой для продавцов, и все-таки больше увидим уже, ну, то есть, понятно, следующую неделю мы также все будем ждать, то есть уже у нас две недели мы находимся в ожидании, то есть уже достаточно глубоко, да, то есть опустился у нас курс доллара, да, против иены японской, иена уже достаточно неплохо укрепилась, ну и, конечно же, ждем также параллельно статистики важных данных, комментариев уже, я думаю, от крупных политиков, официальных лиц по поводу роста иены. Представители Центрального банка, да, главы банка Японии Хирохико Курода, который должен, обязан прокомментировать ситуацию на текущий момент. Значит, вопрос вижу тут у нас Андрей. Почему так сильно падает канадец, нефть растет? Ну, смотрите, во-первых, ну, что касаемо, опять же, сильного снижения канадца, да, тут, в принципе, такого нету. Сейчас мы к канадцу перейдем, вот буквально скоро, да, и прокомментирую как раз ситуацию, вопрос ваш. Поэтому на текущий момент, да, то есть подводим итоги, что касаемо японской иены и нашего с вами присутствия в покупках, да, потому что, ну, продажи в любом случае, да, на текущий момент пока не рассматривается, даже несмотря на то, что иена у нас продолжает, да, продолжала укрепляться до сегодняшнего момента. Вот, сейчас посмотрим, то есть важная очередная зона, мы остановились, 109, да, ждем сегодняшних данных. Ну и уже следующая неделя, да, то есть если у нас выйдут разочаровывающие данные, то, конечно же, иена у нас пойдет и дальше, то есть это уже будет двойной эффект, да, то есть геополитическая напряженность и плюс
снижение американского доллара курса. Вот. Посмотрим. Пока потихоньку мы видим, что цена пытается вернуться к важной зоне, да, то есть ретест к 109.64. Что касаемо наших покупок, да, то есть следующая неделя, и покупки будем рассматривать уже по факту пробития зоны 110.71. По-прежнему, то есть, ну, у нас первая половина недели как раз были возможности, да, вот пыталась цена здесь вот оттестировать, да, пыталась выйти, пробить зону 110.71, ну вот после флета, собственно, мы пошли вниз, вот. Далее, что касаемо канадца, да, здесь, ну, в общем-то, происходит следующее. Значит, канадец у нас ослабляется здесь, прежде всего, после вот такого хорошего бескоррекционного, да, снижения пары, роста канадского доллара. На текущий момент, да, то есть канадец является переоцененной валютой, и сейчас происходит эффект как раз-таки манипуляции, да, со стороны крупных участников, которые массово пытаются закрыть, да, свои сделки, то есть зафиксировать прибыль по своим лонговым позициям в канадской валюте, да, которые покупались активно, и мы видим, да, если дневной таймфрейм посмотреть, пожалуйста, вот у нас такое бескоррекционное падение было, абсолютно рост. И на текущий момент, да, несмотря на то, что у нас и нефть растет, да, в принципе, обновляет внутридневные границы, да, максимумы, но при этом канадец у нас ослабляется. Здесь, опять же, что касаемо вот роста, да, то есть канадца, здесь мы говорим именно о том, что вот рост пары, он должен был быть, да, еще раньше и еще сильнее, но мы видим, в принципе, да, сильных у нас движений, динамики сильного роста по доллар-канадцу мы не видим. Не видим за счет того, что как раз-таки вот активный рост пары тормозит, в том числе и цены на нефть, да, которые позволяют, ну, скажем так, притормозить действия участников, да, покупателей. Вот, и такой сдерживающий эффект у нас на текущий момент. Ну и плюс ослабление, да, американского доллара, периодическое ослабление, позволяет образовать вот такие вот флетовые, скажем так, зоны, небольшие внутридневные флетовые зоны. Но в общем целом, да, то есть настроение участников рынка, оно видно, да, и настроение идет именно в пользу ослабления канадского доллара. И ослабление канадского доллара, наоборот, поможет в дальнейшем, поможет канадской экономике. Потому что, как я уже сказал ранее, да, то есть сейчас в связи с тем, что канадец очень неплохо укрепился, да, то есть это повлияет негативно все-таки на дальнейший рост экономический, да, то есть будет у нас замедление по определенным экономическим, макроэкономическим индикаторам, то есть когда у нас будет выходить статистика, то есть мы будем наблюдать, естественно, и прокомментируем, это будет замедление. Замедляющий фактор, эффект, также похожая ситуация сейчас и с австралийцем, и с новозеландцем, которые тоже на у нас с вами активном мониторинге совершаются, уже позиции открыты. Ранее, чтобы сама техническая картина, да, то есть у нас были выполнены условия по покупкам, мы присутствуем в покупках. Цель ближайшая у нас 27.79. Ждем сегодняшнего достижения. Вот, то есть манипуляции есть, совершаются, и плюс у нас формируется граница, очередная граница, да, среднесрочного максимума. То есть есть коррекция пошла, да, то есть и ситуация, которая у нас на сегодняшний день происходит, да, то есть она аналогична той ситуации, что у нас было в прошлом году. 16-й год, вот обратите внимание, мы с вами говорили неоднократно об этом, да, то есть и я не, то есть уже, ну, скажем так, без остановки, да, и каждый день, да, то есть я буду повторять о том, что вот эта ситуация, да, то есть, ну, это ситуация повторения, да, истории, и как раз таки, да, у нас, мы об этом тоже знаем прекрасно, что у нас история повторяется. Вот, повторение истории и постепенная смена тренда, смена настроения, она присутствует у нас и сейчас.
Да, то есть мы застаем эту смену настроения и пытаемся как раз-таки на этой смене тоже взять, да, какую-то часть движения от роста. Вот. Плюс находимся на стороне как раз-таки покупателей, да, по отношению доллара к канадцу. Вот. Поэтому есть, собственно, спекулятивные позиции, да, которые сейчас на первом именно месте, да, несмотря на то, что у нас может быть укрепление. И вот как раз-таки рост той же нефти, да, пока немного тормозит, естественно, рост, который у нас мог бы быть еще больше. Да, и мы могли на этой неделе спокойно дойти до зоны 27.79, да, и более того, 1.29 в принципе мы могли за счет, да, вот активных таких спекулятивных позиций закрытия лонговых позиций по канадцу. Вот. Но есть вот такой вот тормозящий, замедляющий эффект роста, да, то есть который пока не позволяет в полном масштабе, в полной мере активизироваться покупателей, да, по паре доллар канадец. Вот такой момент происходит сейчас, но в любом случае, то есть мы уже, прецедент, скажем так, создан, да, в пользу дальнейшего роста. В ближайшие дни, время, да, будем наблюдать за первым полноценным среднесрочным максимум формирования, да, то есть увидим еще, конечно, коррекцию, и дальше будем наблюдать за постепенным формированием очередного уже среднесрочного восходящего тренда. Вот. Ну и покупки у нас, нацеленность уже на покупки есть, да, будет более актуальна. Ну и, конечно, ждем сегодняшних событий, новостей, да, которые все-таки помогут, опять же, курсу доллара вырасти, да, против канадца и продолжить рост пары в общем. Ну и главным образом, конечно, для нас самое главное, чтобы был достигнут наш тейк-профит и достигнута наша зона, цель 27.79. Далее, что касаемо австралийцев. Австралиец у нас продолжает обновлять внутридневные минимумы, растем, вернее, австралиец у нас падает, да, по отношению к американскому доллару. И здесь, опять же, именно идет снижение самого австралийца. За счет этого мы двигаемся дальше. У нас краткосрочный нисходящий тренд формируется. И практически дошли до нашей сильной границы поддержки 78.27. То есть это зона, куда мы вернулись, да, то есть ретест этой границы, ну, мы об этом с вами говорили неоднократно. И также сегодня у нас были комментарии от главы Резервного банка Австралии, выступал Фил Лоу, ну и он подтвердил, в общем-то, наши ожидания, да, то есть и опасения. Собственно, снизился в очередной раз и снизился на комментариях, то есть были выступления перед постоянным комитетом палаты представителей по экономике. Ну и в ходе своего выступления он заявил, что дальнейшее укрепление австралийского доллара приведет к замедлению роста инфляции и замедлению процесса сокращения занятости, и в целом темпы экономики, да, тоже будут снижаться. Вот, мы с вами как раз таки об этом говорили, да, неоднократно, и вот уже, собственно, наши слова, да, то есть опасения подтвердил уже сам глава Резервного банка. И обратите внимание, да, что вот сам, по сути, глава Резервного банка Австралии, да, то есть он по факту, ну, можно сказать, схожие выступления были с главой Резервного банка Новой Зеландии, да, то есть глава Резервного банка Новой Зеландии у нас выступал днем ранее, да, то есть, а сегодня у нас выступал вот, и выступления схожи, да, то есть и оба главы, да, Резервного банка и Новой Зеландии, и Австралии как раз-таки сделали упор и отметили о том, что на сегодняшний день курс австралийцы и новозеландцы являются переоцененными. То есть это говорит о том, что есть опасения, да, то есть по факту говорят о замедлении, да, и для того, чтобы замедления не было, да, то есть, естественно, участники рынка должны активизироваться в сторону ослабления курса, да, австралийского доллара прежде всего, и мы наблюдаем уже вторую неделю, да, за ослаблением. То есть у нас
Более того, мы уже даже смогли поприсутствовать, да, в продаже и заработать. Сейчас для того, чтобы, ну, скажем так, убедиться в дальнейшем все-таки снижении, да, то есть и убедиться в том, что участники рынка настроены все вместе, да, настроены на четкое снижение и ослабление курса, мы должны дождаться пробития важной границы. 78.27, я думаю, что мы дождемся. Почему? Потому что у нас все-таки австралиец идет за новозеландцем. Новозеландец у нас сейчас является локомотивом, все-таки, да, который предвещает как раз-таки будущее настроение, будущее движение по австралийцу. Вот, это можно наблюдать. И ранее мы также наблюдали, когда у нас был активный рост в течение там 3 месяцев создан. Вот. Но сейчас обратная ситуация, абсолютно то же самое, но, в общем-то, австралиец у нас, да, догоняющий, скажем так, валюта является. Вот. Сейчас, сегодня, да, ну и следующая неделя у нас уже будет более актуальна все-таки. Ожидаем реакцию участников на важную зону 0.7827. Она является важной зоной, то есть мы можем ее посмотреть как раз-таки вот на дневном, недельном графике. В дневном графике также можно увидеть, что действительно важна граница. Ну и пробитие данной зоны, то есть в этом случае мы уже все-таки будем смотреть на то, что у нас будет активизация дальнейшая, да, продавцов, и в нашем случае рассматриваем продажу. Здесь у нас цели на следующие 0.7734 и 0.77 ровно, это наша конечная цель. И еще одна сильная зона поддержки для цены, для рынка. Посмотрим, ну, в общем целом мы мониторим ситуацию, ну и также периодически, да, немного позволяет, в общем-то, вот эту ситуацию продолжить снижение, сам американский доллар, да, который периодически укрепляется. Эффект. Что касаемо новозеландца, здесь мы видим, что новозеландец у нас снижается постепенно, да, то есть, ну, сегодня разноправные движения, ждем достижения следующей границы, следующей цели, это зона 0.7242, вот, ну, сегодня были попытки, да, достичь, тут немного не хватило, посмотрим. Что еще можно отметить, у нас сегодня была статистика по Новой Зеландии, статистика по ценам на продовольственные товары, которые упали в июле месяце, да, говоря о замедлении. То есть уже это как раз-таки те продовольственные товары, которые приобретаются домохозяйствами. В июле данный показатель снизился на минус 0,2% после роста на 0,2% в июне месяце. Вот. Уже подробнее в отчете статуправления отмечено, что цены на фрукты и овощи упали в итоге на 1%, минус 1% в месяц, в то время как цены на мясо, птицу, рыбу упали на минус 0,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, а цены на безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Вот. И что касаемо годовых цифр, да, также цены на продукты питания в Новой Зеландии выросли на 3% второй месяц подряд. Цены на фрукты и овощи выросли на 8,2%. По сравнению, опять же, с предыдущим годом, а цены на продовольственные товары выросли на 3,1%. Стоимость блюд в ресторанах и готовые уже к употреблению продукты питания выросли на 2,2%. Вот. А цены уже на безалкогольные напитки выросли на 1,6%, а цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 1%. Это уже такие годовые данные, в общем целом. Вот. И еще также одна статистика, производственный сектор, да, то есть показал небольшой рост, но при этом замедление у нас присутствует, да, по отношению к там предыдущим месяцам. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии, который позволяет как раз вот оценить условия в деловой среде, в июле составил 55,4 пункта, что ниже предыдущего значения, которое было пересмотрено с значения 56,2 до значения 56.
вот, цифра. Это говорит как раз-таки о замедлении, да, замедлении условий деловых в производственном секторе Новой Зеландии. Вот, собственно, такая была у нас статистика. Статистика смешанная, но при этом мы видим, что продолжается у нас снижение, да, новозеландского доллара. И сам новозеландец, да, у нас продолжает идти вниз. Вот, и у нас были важные данные, да, прежде всего выступления главы банка, которые позволили в дальнейшем, опять же, будут, я думаю, что все равно у нас крупные участники, инвесторы уже нацелены все-таки на продолжение продаж новозеландца для того, чтобы ослабить курс, да, и, соответственно, мы с вами также присутствуем в этих продажах, да, то есть после того, как у нас были выполнены условия по продажам. Вот, и ждем достижения очередных целей, то есть первоначальные зоны цели у нас уже были достигнуты, две первые зоны, это 0.7335 и 0.7292, сейчас следующая у нас очередная зона, это 7.242 и 7.209, вот, ну и для меня, конечно, более интересна зона 7209, так как у меня здесь стоит мой take profit расположен, поэтому ждем. Ну и плюс позиция уже без убытки находится. Сегодня, я думаю, что будет все-таки очень хорошая возможность для достижения. Ну, как минимум, то есть 7242 должны закрыть, должны обновить внутреннюю очередной минимум по новозеландцу. Вот. Ну и новозеландец у нас, конечно же, опережает австралийца, да, по снижению. Уже достаточно давно, да, у нас формировался среднесрочный максимум, то есть продолжаем двигаться вниз и продолжаем формировать среднесрочный, уже в свою очередь, среднесрочный минимум, плюс пробили важную зону поддержки. Недавно как раз-таки, буквально на этой неделе, 73-74 зона у нас была успешно пройдена. Вот. Ну и сегодня уже ждем, позиции открыты, в общем, цели есть, ждем достижений. Значит, что касаемо золота, золото у нас продолжает эпопею роста, да, то есть, опять же, понятно, на фоне геополитической напряженности. Растем дальше, сейчас, сегодня, да, мы пытаемся откорректироваться вниз, сформировать внутридневной максимум, да, и, может быть, даже сформировать уже на следующей неделе мы будем также наблюдать среднесрочный максимум, то есть пока рост мы не продолжаем, то есть последние вот, 2-3 дня, да, то есть у нас золото очень неплохо выросло в цене. Вот, понятно, есть определенные опасения. Вот, и эти опасения выливаются как раз таки в росте, золота. В нашем случае, да, в связи с тем, что мы постоянно обновляем внутридневные максимумы, соответственно, граница, при которой мы рассматриваем все-таки продажи, да, у нас также смещена граница 127703. В этом случае мы будем рассматривать же пробитие и выход ниже данной зоны, продолжение, да, возможных продаж. И цель у нас ближайшая, это 1263.52 зона. Ну и далее уже, если мы сможем пробить границу 1263.52, мы уже будем говорить, во-первых, о полноценном формировании среднесрочного максимума. Ну и помимо этого уже будем говорить о смене среднесрочных перспектив. Пока мы наблюдаем только замедление, да, у нас вот он, такой первый звоночек, да, о том, что среднесрочные перспективы у нас меняются, да, то есть, ну, меняются они будут постепенно, да, то есть не сразу, в любом случае, постепенно будет постепенный разворот, и вот как раз-таки в июле месяце первый звоночек у нас был, и мы, конечно, сейчас ждем формирования очередного среднесрочного максимума. Вот, на этой неделе у нас не получилось это увидеть, да, по определенным причинам, мы все прекрасно знаем. Ну и теперь только следующая неделя. Ну и сегодня важные данные, статистика, да, которая все-таки может немного, да, то есть ослабить вот этот вот рост, все-таки остановить покупателей и уже задуматься там о более рисковых инструментах все-таки. Вот, таким образом. Пока на текущий момент мы с вами
Что касаемо золота, у нас в ожидании, да, мы там, не покупаем, не продаем, у нас есть условия. Вот. Ну и условия у нас периодически именно по продаже меняются, то есть смещаются границы, откуда мы рассматриваем, да, в связи с тем, что обновляются внутридневные максимумные границы. Поэтому зона 1277.03 у нас следующая, да, то есть отсюда уже будем активно смотреть, да, в сторону дальнейшего снижения, ну и продажи. Так, ну и последний инструмент на сегодня и на этой неделе, да, то есть пара доллар-рубль, который продолжается, видим, разноправное абсолютно движение, продолжает тестировать зону 60, и у нас есть, конечно же, четкие условия, которые мы рассматриваем, четкие условия по покупкам, это пробитие и фиксация выше зоны 60 ценой. Значит, сегодня у нас пятница, как правило, в пятницу у нас участники рынка стараются уже зафиксировать, да, свои позиции, закрыть перед выходными, да, то есть, ну и понедельник мы уже будем с вами рассматривать, если у нас состоится все-таки пробитие, фиксация выше, мы уже будем рассматривать достижение зоны 60-64 и 61 ровно. Ну и в том числе сегодняшняя статистика по индексу инфляции тоже, конечно, повлияет на пару доллар-рубль. В меньшей степени, конечно же, влияние будет по сравнению там, с тем же евро-долларом или доллар-иеной, но все равно влияние окажет на нашу рубль. Так, ну и давайте посмотрим как раз-таки по цифрам на сегодня. Так, значит, цифры у нас сегодня следующие. В 15.30 начиная, то есть мы видим, что днем у нас абсолютно ничего интересного, да, новостной фон пустой. Индекс потребительских цен, месячное значение за июль, видим прогноз 0,2 по отношению к прошлой цифре 0,1, да, то есть рост по ожиданиям мы видим. Индекс потребительских цен, да, без учета сезонных корректировок, цифра здесь у нас составляет 244,9, да, ну, тут сопоставимо практически базовый индекс потребительских цен с учетом сезонных корректировок, здесь, ну, к сожалению, цифру мы не видим. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей мы видим рост 0,2%, далее индекс потребительских цен уже без учета продовольственных товаров и энергоносителей, годовые данные здесь без изменения 1,7 прогнозируется, а уже общий показатель, индекс потребительских цен по году, мы здесь видим прогноз лучше, да, чем прошлая величина, 1,8. Вот, ну и, собственно, вот эти два показателя, конечно, оказывают большее давление влияния. Ну и в общем целом, если посмотреть, да, совокупность наших вот новостей, да, мы видим, что ожидания достаточно неплохие, ожидания в сторону роста, что годовых значений, что, собственно, месячных значений. То есть это может позитивно, конечно, сказаться и, ну, пока на ожиданиях, да, в принципе, помогает держаться доллару американскому на плаву, в общем-то, и именно тормозит от снижения. Вот, поэтому основные данные вот все в 15.30 ожидаем сегодня. Далее у нас выступление представителя ФРС, Каплан выступает, и также второй еще один представитель, да, Кашкарик. То есть это все будет 16.40 и 18.30, тоже ожидаем. И отчет от Baker Hughes по активным нефтяным платформам за прошлую неделю. Отчет у нас 20.00, собственно. Так, ну и больше у нас ничего нету до закрытия очередной недели торгующей. Так, ну все, значит, в принципе, основные моменты мы разобрали, рассмотрели, сегодня ожидаем, да, ожидания позитивные, фактически в данных ожидаем с вами, условия есть. Обозначены, да, то есть позиции открыты, ждем по открытым позициям достижения наших целей основных, вот, в 15.30, ну и, в общем-то, те, у кого открытые позиции, есть уже какой-то профит, да, то есть, ну, мои рекомендации перестраховаться, да, перед вот выходом важных событий, статистики, да, потому что фактически данные могут кардинально отличаться, например, от прогнозов.
Вот, чтобы для нас не было разочарований, негатива, стопы держите в безубытке. Вот, на сегодняшний момент. Ну и встретимся уже с вами на следующей неделе, в понедельник, как раз таки уже увидим реакцию основную, да, от важных событий на сегодня, прокомментируем, конечно же, все произошедшее на сегодняшний день. Всем хочу пожелать на сегодня хорошего настроения, удачи, прибыли, профитов, ну и, соответственно, хороших вам выходных, суббота, воскресенье, отдыхаем от рынка морально. С всеми прощаюсь, всего доброго и до скорых встреч.